Легендарная британская рок-группа Rolling Stones едет в турне с альбомом Hackney Diamonds, первой за 18 лет пластинкой со свеженаписанными песнями. На сцене появятся все трое оставшихся участников группы – Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд. Бессменный барабанщик Чарли Уоттс умер в 2021 году от рака, но успел поучаствовать в записи двух песен альбома. Турне Rolling Stones начнется 28 апреля в Техасе и закончится 17 июля в Калифорнии. Концерты пройдут в 16 крупных городах США и Канады. Будут ли шоу в Европе, пока неизвестно.